Прачечная закрывается. В Латвии вступил в силу закон, который должен остановить отмывание денег через местные банки. Во время чемпионата мира следить за порядком на улицах полицейским будут помогать казаки. Великобритания расскажет обо всем по... Мы расскажем вам обо всем по порядку. А Великобритания начала расследование в отношении активов российских бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина. Этим расследованием занимается британское национальное криминальное агентство. Те владельцы активов, которых британские власти подозревают в совершении тяжких преступлений, вынуждены будут объяснить происхождение своих денег, в том числе и активов, в том числе собственности, по стоимости превышающей 50 тысяч фунтов стерлингов.